На самом деле, в первую очередь хочу поблагодарить президента за то, что он определил нашу республику в это сложное время, но мы подготовились на все 100%. Форум начался, идет подписание соглашений во всех площадках идут работы, идут встречи. Я очень доволен. Кому не скажешь, все счастливы, говорят, что мы не ожидали, что так будет в республике, что так у вас красиво. У нас гости около, некоторые говорят, сейчас цифры около 4000, более 4000 гостей там. Должны подписать десятки соглашений. Мне нравится, что это для республики, и для экономической, для туристической, для во всех направлениях выгодный форум.